Даже глупенький горшок знает, что на пассажок больше не будет никакой джим. Слышь, пойдем погуляем. Какие мудрые слова. Слышь, Андрюха, пошли погуляем. А куда ты хочешь гулять? Пойдем, просто выйдем, какие-то сосиски купим. Куда ты хочешь гулять, Пробкин? Пожрать бабки. Ой, я смотрю, у тебя есть баночка пива, которую ты пить не хочешь. Вот это лысая, да? Да, это Чичерина. Ой, какая чушь. А как, я лучше? Неплохо. А еще мы купили... Я больше не люблю мясо. Мы сегодня купили новый табачок. С ванилью. Мы не купили? Называется Аль Капоне. Так, все встали, я спать буду. Время спали. Хорошо. Где мой рюкзак-то, а? Какой рюкзак? Коричневый. А у тебя что, рюкзак был, да? Серьезно. А где он? Посмотри. Слушайте, а никто посторонний в гримерку не пускал? Может, кто-то забрал посторонний, чужой? Это что за Чиполлино? Да, к сожалению, не все сразу достали. Это телеканал ТВ, а это наша победительница конкурса «Кинопрогноз». Всех правильно угадала, все правильно написала. Молодец. Очень хочется фотографироваться, а кто-то взять. У меня галки даже есть еще. Не надо, наши телезрители не курят, по крайней мере, в таком возрасте. Что дать-то? Ну что, давайте сфотографируемся. И хрустальный сонный лес. Бери скорее. Зори, лови гринь. Зайка просто. Ты блядь. Ну, звезды, я могу, я вижу, я... Я такой же. Да просто, блядь, я таким очень, блядь, жесток. Пора бежать. Это тебе говорил Зайка, да? Шурик! С ума сойти. Шурик! Где тюнер? Пикник, Михей, Земфира, Король и Шут, Кукраница, Тагила Джаз, Рикошет, Пройденное Солнце, Нетрольдово, Самородово, а что они читают? Шурик, а где тюнер? Вы что, плащи выдавали, да? Плащи выходи. Потом снять, да? Можешь. И Шурик, можешь снять свой плащ, футболочный. Не, ну простите.
Я ж штаны не снимаю, подожди. Вы врубаетесь, я выгнал Алену Михайлову. Че, я не хорош, я выгнал Алену Михайлову. Ты заебал она, блядь. Горшок штаны застегивает, да, Алена Михайлова? Да, очень не знаю. Охуенно, Гордей приходит. Да там. Не слушай, сейчас никуда не уходите с гримерки, пожалуйста. Да. Ах ты сволочь. Ой. Добрый. 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 Нет. Оно лежало в холодильнике. Вы сразу в мои еще? Может, я же котенок брал? Нет. Точно. Бедненький. Бедненький горшок. Красавчик мой маленький. Давно я тебя таким не видел. Давайте выпьем за то, что хирург. Давайте выпьем за то, что всегда твое лицо было похоже на задницу. Бедненький Мэрилин Мэнсон. Где нам? Мэрилин Мэнсон, точно, к нам приехал Мэрилин. Бедненький Мэрилин. Я труп. Я не стараюсь этим трансвеститом. Слушай, Миха, откуда ты гримёрка? Ты же из Печегарки пришёл. Ты же знаешь, что хотелось, когда, другое дело. Когда люди работают... Я буду пить пиво, слышишь, дай там налей. Миша, у нас это все, что ушло. Вот покажем. Мы эту запись пак покажем, он тебя накажет дома, попробки найдется. А я пиво не буду это пить. А будешь пить? Буду. Ну, Маша, я две бутылки выпью, что-то мне не давало. А от него не поеду. Ребят, слушайте, вы два брата, вот ты Элвис, а ты Мэрилин Мэнсон. Только, блядь, есть пизда. Мы с тобой, князь, два брата, я толстый. Вот тоже делал Димон Гусев. А демон, что это, ты мать? Аганус Демендус или этот самый? Мисвист. Вот тоже делал Димон Гусев. Ребята такие, думаю. Вот смотрите, Димон Гусев. Что без очередей, слышишь? Нам через 5 минут будет... Я слышу, посмотрите, Димон Гусев. Типичный Киркоров. Я тебе гитару только что наслушал. Только за звуком так что-то. Ты ж дебил, я же не похож на Мэрилин Мэнсон. Ты что, офигели, что ли? Это он похож на тебя, Миша. Давай хер, вонючим ты. Пошли, по-моему, наш слышно, через 5 минут будет там уже. Половина за нами. Ужас. А где ножка? Ты не отбивался? Я что, слышишь, все похвалили. Пашу видел, такой сразу завелся. Хуёвый на стол. Нихуя ты красивый, блядь. Лепкая, блядь. Это попса. Пиньёк, блядь. Пельмень, блядь, это не узнал. Не пиздец, ты извинился, да? Это пиздец, не узнаю. Да, тебе, блядь. Я сижу перед тобой, блядь. Уебывай, думаю, чё? Да я-то всегда...